Отлично. Только переднее место не занимайте. Блять, Данила этот, вылези на. Данила, вылези с первого места. Сядь сбоку, если хочешь халяву. А почему он не может там сесть? Да он ракеты может у меня забрать, и пиздец, я буду без самонаводящихся ракет. Так, сейчас я подойду. А так долго? Слышь, чувак, знаешь, что я только что понял? Чего? Что у меня в холодильнике стоит холодный сок яблочный. Это просто вообще так офигенно. Обожаю яблочный сок. Мне бабушка вчера дала 2-3-литровые банки. Трехлитровые банки. Да, Максим, хочешь, тебе попозже отправлю? Можешь меня пригласить? А, я тебе даже друзья-то забыл добавить. Ну, присоединиться ты сам сможешь. И, Данил, сделай микрофон тише, тебя громче всех слышно. Ну, а в танки когда пойдешь, если пойдешь? Не знаю, точное время не скажу.